Доброе утро. Сегодня я дежурный штурман. Так что нужно проснуться и осмотреть судно. Все еще спят по своим норкам. Здесь должен спать наш дежурный кок. По берегу ходят одинокие люди. Не те толпы, которые вчера бродили. Море шикарно. Кстати, надо бы искупаться. Ну что ж, дорога к пляжу, точнее к пирсу, в котором можно будет искупаться. Оп, прошли. Да, мы подумаем на более безопасном пути. Итак, мы остановились у причала, принадлежащего Авроре. Этот ресторан специально для яхтсменов. То есть для яхтсменов здесь есть все, что нужно. Ну, помимо причала, который обязательно нужен для того, чтобы лодку припарковать.
У них есть где поесть. Кстати, ресторан очень дорогой. А готовят так себе. Так что парковку здесь ради еды, ну не знаю, я советовать не стану. Хотя ее и нахваливали, но, видимо, вчера был какой-то не такой день. Покормили нас не так, как я хотел бы поесть. Потому что вот вчерашний день в ресторане, работающий по такому же принципу, Дженете Марин, там еда была просто восхитительная. А здесь я вчера еле доел. Вот. Good morning. Помимо места для еды, яхтсменам. Яхтсменам также есть место для умыться, помыться, душ. Потому что яхтсменам душ необходим. Вот она, наша умывательная комната. Весьма такая, в деревенском стиле, но будет, по-моему, очень неплохо. Я буду умываться. О, да, вот он и я. Всем привет. Отличное утро. Команда яхта Dream. Всем привет. Тут уже готовят. Правильно, все нужно есть. Кают-компания не очень большая, но мы умещаемся. А запах? Да, в камеру будет передан завтра запах. То есть в нашей яхте две носовых каюты. И две кормовых. Кровати широкие. По два человека умещается в легкую. То есть, если постараться, нашу яхту можно уместить 8 постоянно спящих человек. Сергей, как вам спится на этих кроватях? Хорошие кровати, музыкальные. Напоминает модель. Еще и бессмертно, когда переворачиваешься. Поэтому стараюсь не просыпаться. Все во сне. Там пружины скрипят, наверное, да? Надеюсь, что пружины не мое тело. Ну вот, да. У всех такие, да? Ну, нет, моя практически тихая. Ну, если только на ней попрыгать, она начинает скрипеть. После завтрака у нас началось теоретическое занятие по правилам предотвращения столкновения судов на море. Полную видеозапись которого вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Выше по приоритету. Поэтому нам важен этот алгоритм, что здесь мы валим, не мешаем. Здесь мы ситуацию отбоя рассматриваем, невзирая на то, какое относительно нас судно. Здесь мы как два парусных судна расходимся. Следующее рассматриваем по предмету расхождения двух моторных судов. И дальше по приоритету все остальные суда в зависимости от той песни. Так, время 11. Пойдем-ка я тебе поставлю задачу, куда мы идем. Ты нарисуешь навигационный план. Все остальные могут поучаствовать в этом процессе. Наверное, даже должны навигационный план. Там определимся, либо мы будем уходить сами, либо он туда дойдет, чтобы потренироваться. Надо хотя бы два места. Да, долгими летними вечерами зритель коротал время с изучением маршрутов для того, чтобы наше плавание сделать максимально безопасным и вкусным, выбирая наилучшие рестораны по самой высокой цене. Потому что, согласно пожеланиям его день рождения, он будет очень богат. Ну да.
тут никого нет, потому что все ушли отдыхать, а он один трудится. Не зря на свой день рождения. Ему сегодня 35. Был бы он женщиной, все говорили, я капец. Но пущи из местности. Задание по прокладке курса для нашего маршрута мне дали с небольшим усложнением. Нужно было пройти аккурат через песчаную банку. Глубина всего 5 метров. Как ее найти на карте? А там был кружочек голубенького цвета. Я не люблю ходить под мотором, поэтому мой маршрут и прокладывал с учетом ветра. А ветер в этот день, конечно же, был встречный. Лавировочка, все дела. Малейшее изменение направления ветра относительно проложенного курса меняет напрочь и направление движения, и лавировочный угол, и места поворотов. Так что от банки я прошел всего в 30 метрах. Подглядывал на плотер. Кстати, плотером нам было запрещено пользоваться. Мы пользовались только картами и магнитным компасом. Конечной точкой нашего путешествия был ресторан «Гердек Буку», где он представил ужин, ну и заодно отметили мой день рождения. Короче, удался день рождения в этом году почаще вот так вот. Осторожно, гик!